Мої вітання глядачам першого міського телеканалу. В ефірі програма «Інтерв'ю дня», в студії Олександр Хрищенко. Сьогодні гість нашої програми – це Павло Осіков, автор та артист театру «Одного актора Аве», режисер-сценарист. Я вас вітаю, Павло, у нас у телеканалі. Сьогодні ми будемо говорити з нашим гостем на тему музичного поетичного фестивалю «Відродження поезії 2019», який пройшов 14 червня у Одесі. Розкажіть спочатку, перш ніж ми перейдемо до розмови, трішечки про себе. Так, от чим ви займаєтесь, про вашу творчу діяльність хотілося б дізнатися більше. З недавніх пор я поміняв свою професію, так сказати, вернее, приобрел ще одну і відкрив в нашому місті театр «Одного актора». Ми показуємо наші спектаклі на малій сцені театру імені Шевченка. І от з марта місяця ми вже радували зрителей. Раз в місяць ми показуємо якийсь перформанс або спектакль. А для якої категорії, так, скажімо, людей, тобто розрахований так ваш театр? Ну, ми взагалі розраховуємо розширити аудиторію, тому що зачастую приходили люди 25+. Но сейчас наблюдается такая тенденция, что приходят даже студенты, даже где-то там подростки 12-14 лет, и судя по отзывам, они к нам придут еще. Поэтому, я так понимаю, нам очень нужно быстро реабилитироваться и писать также и ставить спектакли именно для этой целевой аудитории конкретнее. Алло, а какие самые спектакли, так, вы демонструете, какие жанры? Ну, у нас нет такого определенного жанра, определенной линии, и каждый спектакль, он по-своему. Есть психологический перформанс, есть спектакли, в которых нужно вот именно не просто отдыхать, да, именно задуматься, подумать. Иногда такое, зрители делятся своими впечатлениями, что прямо вот во время спектакля иногда даже мозг может шевелиться, потому что все эти идеи, это все нужно через себя иногда пропускать, ну и здесь тоже должно ёкаться. У вас так и відбувається? Ну, по крайней мере, на сцене я делаю все возможное, чтобы это было именно так. Дякую, зрозуміло. Давайте тепер же перейдемо до основної частини, так, нашого ефіру, нашої розмови. Це творчий фестиваль, який відбувся в Одесі 14 червня, то розкажіть про нього. Він називається «Відродження поезії 2019». Що там було цікаво, в яких ви брали участь в номінації? Это уже четвертый фестиваль, который проходит в Одессе. В этом году мы представляли «Кривой рог» в нескольких номинациях. От «Кривого рога» было представлено, три человека представили свои работы. Если раньше Лана Александрова ездила одна, в прошлом году мы выступали вдвоем, привезли два первых места, то в этом году уже три человека. Я думаю, в следующем году уже количество участников увеличится. Прослідковується тенденция такая позитивная. Когда люди видят, что на этом фестивале можно занять какие-то места, и люди начинают тоже туда с нами ехать. Добре, ну я повідомлю нашим телеглядачам, що Павло Осіков вибрав перше місце у своїй номінації, і зараз нам расскажет, так, по великой самой номинации. Да, и еще хочу упомянуть девочек, которые ездили. Они заняли Анна Оленюк второе место и Инна Литвинова третье место. С чем мы и витаем вот так, девчат, так, естественно, да. Участники вашей команды. Так получилось, что мы участвовали в нескольких номинациях, хотя того не хотели. У меня как раз был спектакль, и я не мог поехать именно на отборочный тур конкурса. И отправил свою работу дистанционно. Точно так же Аня Оленюк, потому что она присутствовала на нашем спектакле. И она попала в категорию «Чтецы», Инна Литвинова – авторский стих, а у меня получилось нестандартный образ театра «Одного актера». То есть у нас получились разные номинации. Может быть, это хорошо, потому что мы не конкуренты друг другу, когда мы распределены в разных номинациях. Розкажіть, будь ласка, більше про ваші роботи, так, які були представлені на цьому фестивалі, які, я так розумію, отримали винагороду. Я відправив одну роботу, це отривок із одного нашого моноспектакля «Титаніки мислей». Це така насущна тема, яка тривожить всіх. Это был отрывок из моноспектакля «Птицы» с музыкальным сопровождением. И вот именно этот фрагмент спектакля я и отправил на конкурс. Ну, эта попытка увенчалась успехом. Так.
Я попрошу наших режисерів продемонструвати, якщо є така можливість зараз у нас, от відеоматеріал Павла Осікова, так, який був представлений на цьому фестивалі. Якщо є така можливість, або зараз, або трошки пізніше, покажіть нам, будь ласка, щоб ми з телеглядачами подивились на роботу Павла. Нам спалили перья. Да, нам обломали крылья. Да нам запретили верить, что у нас остались силы. А так хочется полететь куда-то далеко, там, где жить и дышать станет нам легко. Хочется взлететь куда-то ввысь, там, где мысли о другом, там, где другая жизнь. Ну а пока идет бой, птицы бьют гнезда, чтобы домой вернуться было не поздно. Птицы бьют гнезда своим птенцам, чтобы они вернулись к матерям. Ну а визу не дают нам в небо, да в теплые края. А в небе птицы важные, над страной чужой парят. Грустит лебедь на озере, и не летает орел в степи. Они ждут, когда вернутся их птенцы. Мы не поднимаемся на высоту полета, мы в жизни маемся, о жизни нашей анекдоты молимся, клянемся, а иногда клянем, что наши дети на войне днем и ночью под огнем. Мы птицы вольные, мы птицы певчие, но что же вы души рвете? Души покалечены мы хотим, взлететь мы хотим, расправить крылья, но каждое перо припало пылью. Уже не видно на полях ни колоска пшеницы, вести черного тюльпана. Птица снится, сломлены ветки, да повалены деревья. А в стране не слышно даже пения. Мы птицы вольные, мы птицы певчие, но что же вы души рвете? Души покалечены мы хотим, взлететь мы хотим, расправить крылья, но каждое перо припало пылью. Не летают птицы, когда идет битва. Они сложили крылья для молитв. Павло, сподобалось особисто мені, так? Така я відчуваю тут військова тематика, так? Ну, где-то, да, паралель проходить. Ви можете розказати більше от про цю роботу? Очень долго вынашивал именно эту тему птицы. Вот пришло две строчки, я с ней ходил, мучался, вот внутри это все бурлило, кипело где-то полгода. И только потом, где-то через 6-7 месяцев, вот пришло понимание, какая концепция этого произведения должна быть, какой мотив должен быть, какая концовка, какой припев. Ну, у меня так получается, что я очень долго вынашиваю идеи, и потом могу там за день, за два это просто взять и на лист бумаги. Долго это напротязи какого часа? Протягом какого часа? Ну, у меня вот полугода до года рождаются идеи, ну, а потом я их воплощаю там за минимальное количество времени. Ну, и цікава назва «Титаники мысли» російською звучить, вона так? Это такой, скажем, спектакль-концерт, симбиоз всего, что есть в моем репертуаре под музыку произведения. И вот все эти произведения были сконцентрированы именно в этом спектакле. Я там был и капитаном, и моряком, и солдатом. В общем, много было образов. Поэтому такой был экспериментальный спектакль. Но я думаю, в скором времени мы еще что-то такое музыкальное у нас будет. Це військова тематика, так? Якого да. Ми ще не побачили. Це не вперше ви працюєте в такому стилі? Есть еще одно произведение «Место встречи». Эта песня также получала первое место и даже два раза брала гран-при. Вот. И один раз первое место даже на международном было фестивале, потому что гран-при всеукраинский. И где-то у меня был такой период, 3 года, вот у меня было затишье, ну потом все равно, ну вот не могу я об этом молчать, и все. Вот что вас так надыхает на подобные такие работы? Я не могу сказать, что это вдохновение. Когда я прихожу к своему знакомому и вижу, что он лежит, и мы его провожаем в последний путь, я не могу сказать, что это вдохновение, это нечто такое вот
знаете, как болезнь. Вот это нужно переболеть, ну, чтобы в себе вынашивать это, а потом еще и словами это как-то эти мысли упорядочить. Ну, сложный процесс. Тема войны, так, тема боевых дій, вона болить. Вона будет болеть до тех пор, пока не прекратится огонь и не будет мирное небо над нашими головами. Так, зрозуміло. Давайте все ж таки будемо переходити вже до більш позитивних так, моментів. Ви задоволені так, от, своїм результатом, так, тим, яким ви в Одесі здобули? Да, но я бы хотел, всегда есть куда стремиться, но я бы хотел, чтобы из Кривого Рога у нас есть замечательные поэты, замечательные творческие личности, чтобы, вот знаете, может быть, их агитировать и с собой туда брать, потому что, когда мы привезли первое, второе, третье место, можем с собой гордиться, но когда мы привезем 10 первых мест, 30 вторых и там 10 третьих, это будет результат. Поэтому я недоволен тем, что я не смог донести информацию до всех остальных поэтов и с собой взять. Когда-то 2 года назад так сделала Алана, наш друг, в общем, по нашему творческому цеху коллега. И вот она меня с собой взяла, и теперь мы друг друга, в общем, катаем. Одесса, море, пляж, поэтому, я думаю, можно и отдохнуть, и побыть в кругах этих творческих личностей. Вы сколько там часу побули, ну, враховуючи і сам захід. Получилось так, що у нас був білет, ми приїхали утром в Одесу і вечором должны уезжать. Но мы потом пошли на пляж, и нам настолько понравилось, что мы сдали билеты. Ну куда ж от моря денешься? И остались еще на один день. Так, зрозуміло. Які от цікаві заходи, пригадаєте, минулі, так, провели, в тому числі в нашому місті? Ну, исходя из того, что в марте месяце мы открыли наш театр, то я был занят всецело именно этим проектом. А вообще, год назад, полтора года назад мы проводили и такие мини-фестивали на Всемирный день поэзии с Анной Оленюк. Также мы с Ланой Александровой всегда ездим и на Ингулец, на какие-то творческие наши слеты. Всегда устраивали какие-то посиделки, вот знаете, такие квартирники где-то там в кафе. Ну, сейчас на это меньше времени остается, потому что театр, он занимает львиную долю времени. Я всех гостей питаю. От я вас питав, що вас не дихає, ви мене поправили. Так? Ви сказали, що це болить, тому ви про це пишете, так? Ви створюєте це. Але є і позитиву багато, так? Єстественно. Театр одного актора. Що вас тоді надихає в цьому плані? Двигаться вперед, любимый человек, друзья, которые меня окружают, родственники, которые меня поддерживают и которые говорят, хорошо, ну давай еще, это вообще отлично, но ты можешь лучше, это уже пройдено, давай что-то новое, переходи в другую плоскость. Также меня еще вдохновляет критика. Ну, есть две категории людей, есть критиканы, а критика это когда вот сказал, что не так, и сказал, что ты переделай. Конструктивная, да, естественно. И я собираю это все, когда мне человек говорит критику, я достаю блокнот, говорю, подожди, и записываю все, что человек говорит. И потом, может быть, я не ко всему прислушаюсь, но если взять процентов 10-20 из этого, что тебе сказали, на процентов 200 ты можешь продвинуться вперед, сделать лучше. Поэтому я всегда прислушиваюсь, я приглашаю критиков специально на наши спектакли, например, там дикторы или телеведущие, или те люди, которые режиссеры кино. И они мне могут сказать, здесь мало цвета, цветовой гаммы, а здесь надо тебе больше черно-белого, а здесь добавь что-то. И поэтому каждый профессионал в своем деле, он делится своим впечатлением, и для меня это материал, над которым я буду работать в будущем. А что вы можете порадовать, можливо, початківцям, так? Які починають свій тільки творчий шлях, можливо, в такому контексті, як поеми, так, як вірші. Начинать писать, но писать не в стол, пробовать себя на фестивалях, потому что когда человек напишет, он может подумать, что это гениально, а на самом деле это может не заинтересовать людей. Или наоборот, человек скажет, да я пишу, кому это надо, а поедет на фестиваль, занял гран-при, его начали печатать во всех изданиях, во всех альманахах. Поэтому двигаться вперед, аккуратно показывать поэзию, аккуратно прислушиваться к критике, к мнению людей и маленькими шагами двигаться не только вперед, но и в гору.
Так, до своєї мети. Ви сказали, що потрібно вирушати, так, на такі фестивалі, різні заходи, інші там, але потрібно туди доступ отримати, так? От яким чином ви потрапили на... Я вже говорив, мене пригласила поетеса Криворожська наша Лана Олександрова. Можливо, десь... Є в інтернеті, це все в свободному доступі. Потрібно шукати самому, так? Дорогу осилить ідучий, можна ввести в строки поиска фестивали поэтические или музыкальные, или театральные, пожалуйста, едь, успевай только брать билеты. Павло, какие ваши творческие планы? У нас сейчас, несмотря на то, что у нас в нашем театре одного актера летние каникулы, мы все равно продолжаем работать, ездить по фестивалям, и уже в сентябре мы представим премьеру на малой сцене. Она была показана ранее, но в закрытом помещении, скажем так, закрытый показ. А сейчас будет премьера спектакля «Неизвестные знаменитости». Это, пожалуй, будет самый, я бы назвал, романтичным спектаклем, исходя из того, что все спектакли остальные, ну, они такие тяжеловаты на восприятие бывают. Яка вікова категорія? Будь-яка. Будь-яка. Закохані можуть приходити дивитися. Вот это специально для них. Это специально для них, да. Зрозуміло. Давайте наостанок нашого ефіру щось від себе, як творча людина, так побажати. Щось нашим телеглядачам, будь ласка. Всім желаю теплого моря, щоб погода вам сопутствувала і, звісно, мирного неба над головою, хорошого відпуску. Дуже дякую вам. Спасибо за інтерв'ю. Дякую. Нагадаємо нашим телеглядачам в програмі «Інтерв'ю дня». В гостях у нас був Павло Осіков, автор, артист театру одного актора «Аве», режисер, сценарист. Говорили ми про участь у музично-поетичному фестивалі «Відродження поезії 2019» Павла та інших учасників команди з Кривого Рогу. На цьому будемо завершити нашу програму. Я вдячний всім за увагу. Дякую і до побачення.